Разрешите, сеньор начальник, поздравить вас с поимкой главного преступника. Вот вам. Благодарю. Я тороплюсь. Мы должны разделаться с этим бунтовщиком тыквой и уничтожить его домик. Государства уменьшились. После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Отец! Кроме того, вводится новый налог на осадки. За обыкновенный дождь 100 лир. За проливной дождь 200 лир, с громом и молнией 300 лир. Thank you.
Самоуправство и смуту, и во избежание дальнейших беспорядков домик тыквы подлежит уничтожению.